Часик, всем ку, всем привет. Вам коза. Давай! Молодец. Подойдет. Дед бы тобой гордился. Спасибо. Спасибо деду. Пшш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 šš Сейчас. Боже мой. Не ходи тут. 27 лет, чувак. Конечно, неустойчиво немножко положение. И упасть сюда не хотелось бы. Как можно не любить жизнь, когда вот жизнь вот такая? Просто можешь выйти и залезть на дерево. Да, клещи, всякие червячки. Довольно-таки неприятная история. Но мы надеемся на все-таки на технологическое развитие в сфере медицины. Ловишь? Да. Ловишь, кай, ой. Ой. Так-то я высоко залез, да? Ну да, так-то ты вообще высоко. Я просто могу не спуститься потом. Спустишься, спустишься. Ты же не слабый, нормально. Мама! Мамочка! Дальше, дальше, еще выше. Да? Слишком высоко. Высоко залез. Ну да, так. Я тоже смогу. Не надо. Я по деревьям лазил уже больше... Больше сколько? А где четырех. Сколько? Больше четырех? Ага. Залезть на дерево – это эмоции потрясающие. Ну, а да все нормально, ребят. А слезть как, я не знаю. Ой, царапался? А это, по-моему, инфекция. Фух! Я когда такой страшный убирала эти семена. Расцарапался? Нет, палец за ножи получил. О! Чайка рыбу взяла! Я в твоем возрасте, знаешь, куда залазил? Сейчас скажу. Вот это, видишь, над машиной дерево. Вот теперь представь, дерево в 5 раз выше. Вон туда вот. Нормально. Не залазил я, ну такой не пиздел. Пацаны, вы без меня справитесь? Сань! Вы справитесь без меня? Я просто в неотложку сейчас поеду. У меня тут неприятности. Возможно, с последствиям печальным. Ютубер, да? Ну, чуть-чуть блогер. А-а-а. Ты кого-то смотришь на ютубе? Продеевича. А? Продеевича. Продеевича знаешь? Да. Просто я никак не пойму, вот в оранжевой кепке похож очень сильно. Не, это мой друг, это Антошка. И я сейчас голову ломаю, он это или он? Или не он? Не, это Антон. Я видел Продеевича, он же в Москве живет. Я его видел на Тверской, когда ходил гулял. У него такая же, по-моему, кепка и такая же прическа, брекеты. Мне кажется, я вас рассекретил. О-о-о. Это нельзя никому говорить. Окей. Серьезно? Да. Это нельзя никому... Это Парадеевич. Молчу. Он скрывается под кепкой. Миша. Серьезно? Да, это нельзя никому говорить. Это Парадеевич. Ты можешь крикнуть «Парадеевич» и посмотришь, откликнется или нет. Я не хочу кричать. Давай, давай. Нет. Ну давай, я хочешь? Давай. Бородеевич! А. А, видишь? А. Ага. Иди нафиг, можно так сказать? Нет. Не будешь? Уважаешь его, да? А. Кого еще смотришь? Мармока. Мне нравится его геймплей. Геймплей. У него хороший геймплей. А интро тебе нравится? Я интро не знаю. Не, интро. Интруха у Мармок. А, контра? Или VR? Я просто не особо знаю, что это. VR? А, VR? Знаю. Ну, я в твоем возрасте тоже... Мне 23. Mm. Я Лёш. Лёх. 12 лет старше. Да. Ну, больше, чем в два раза я тебе старше, прикинь. Но в душе такой же, извиняюсь за слова, молодняк. Ну, понял? Хочется понял. По деревьям полазить. Тебе 11? Ну. Не представляешь, как твоя жизнь изменится через 2-3 года. Ты просто не представляешь. Это в натуре, Парадеевич. Натуре? Натуре. Сейчас, если поплаваешь больше 5 минут, то это, ну... Судороги схватишь. Судороги, да. Утонешь, и все. Если утонешь, то жить больше не будешь. У меня тут у мамы друг чуть не утонул. Ну, дай бог, чтобы не утонул. Ну, и слава богу, 27. Я так и говорю уже. Да. Моей маме тоже 27. 27? Это возраст, когда лучше не плавать в холодную погоду. Твоей маме 27 лет? Угу. Ух ты. Я зря это сказала. А мне 23. На 4 года старше. Так, подожди, 27, тебе 11. Не считайте.
27 минус 1. Не считайте. 16 лет, да? Ну, вы с ним на одном языке, получается, разговариваете? Не особо. Ну, как, в смысле? Она на мате может, да? Один у него. Ну, разбирается в угарах, тиктоке и так далее, смотрит? Разбирается? В мемасах, нет? Ну, у нее свой тикток тоже есть. У меня был. Правда, я аккаунт потерял и больше не хочу что-то туда снимать, после того, как мои друзья это увидели. А, ты снимал туда? Да. А, что снимал? По фигне. Липсинки какие-нибудь? Пел под музыку? Нет. Или танцы? Да. Да? Да, бро, это кринж. Ну ничего, если побаловаться, покайфовать, почему нет? Я сам танцевал. Дядя Лёня у тебя? Дядя Лёха. А, дядя Лёха. У меня был дядя Володя. Володька звали. Дядя Володя. Путин. Не Путин. Умер, к сожалению. Ну, это... У меня друзья встретили одного ВДВшника, но у меня дед ВДВшник. Да. Окей, ты куда? И что, прям на плоти побывать? Конечно. Можно с вами? Нет. Почему? Потому что, возможно, мы утонем. Ну, я плаваю в тебе. А мы нет. Ладно, Диман, я пойду. А тут реально как соловей тут уже. Снимай-ка. Тут если я схвачусь, она не ёбнется. Тут все про мемы пишут. Ай-яй-яй. Это Диман, знакомьтесь. Здорово, Диман. Диман 4 года профессионально по деревьям лазит. Здорово, брат. Да. Хаваешь? Да. Подожди, это плот твой или это парус для плота? Это плот воображения. Хорошо сказал, Саня. Я, конечно, понимаю, вот эти две лодки так же прекрасны. Это работает? Но не уплывет? В сторону она не уплывет? Все уверен. Это маленькие? Это мы в середину делаем сейчас, да? Это боковушка. Сейчас еще одна боковушка, и по идее все. Хватит. И вот так фанера. Как это хватит? Ну, хочешь к центру еще прихуячу? Так надо было большие делать. Это большие. Это тоже уверенность. Блядь. Ай! Я лазил по дереву и за вот эту хуйню заработал. А это все, это в неотложку. Я так и говорю, что у меня в неотложку. Вот так, Лехи. Фоткайся с ним. Я разрешаю, не парься. Можно фоткаться только Диману. Кто хочет прийти по стрим-снайпить, вам не стоит этого делать, потому что мы будем агрессировать, жестко зарабатывать минус рэпа. Но будем агрессировать, говорить, что вы ушли. Как будто еще хуже стало, ёб твою мать. Я говорю, ну теперь вот нас... ножку его сюда, вот моментики, ты с плота прыгаешь вот сюда пальчиком, цинк. Так ты не плывешь. Ну что? Че? Нормально? Нормально. Нормально. Это Диман, это Тёма. Браво, мужики. Я Даня. Можно просто Данил Николаевич. Ой, блин. Ах, ёпта. Лёха, время, у нас уже солнце садится, давай. Так, солнце садится не по часам, сегодня плохая погода, брат. Сегодня... Чего? Не дрочи! Я не дрочу! Стой, дай я тебе первый скотч почти. Всё, сегодня плохая погода, посмотри по часам. Там после 15-16 начинается туча. Вот это, по-твоему, это что, солнце? Это Артём. А это кто? Это Димон. Ай, хуй, мы и так получим. Мы на глазок. На глазочек. Всегда нормально. Сколько жопа получается? Ну, Димон, ну тоже давай. Ладно. Заказывали. В смысле, ты тоже заказывал? Спасибо. Тебя как звать? Дмитрий. А, Димон. Два Димона, блин. Да. Оставить корабль Димону? Если захочет. Ты так не придерживаешь. Ёпты. Бро. Тоже я. Димон, ты тоже так не придержишь, потому что он тяжелый. Надо. Я давлю. Противовес давить. Ёб твою мать. Лёха, ты мне ногу просверлил. Да? Не. Что, морезик? О! Ярик для свайбов. Давай. Лёнь, давай, время. Время, деньги. Лёха. Делай. О! Манера крутит мир. Ну, Лёх, ну, пожалуйста. Ну, Лёх, ну, работай, а. Блядь. Тебе что, наглотается? Не наглотается.
А, и палец не прострелил. Реально? Нет. Пацаны, кто-то хочет? Блядь, сядь. Я хочу. Ну ж, Пашечка, у меня руки грязные. Да, блядь. Так, покорми. Лёх, давай. Сейчас, сейчас, брат. Я сейчас сам прикручу. Блядь. Лёх, ну закручивай уже, а. Я уже помёртвой рукой, я не танцую. Второй. Я могу работать, я быстро танцую. Да куда ты? Не знаю, за это потянуть я могут. Что ж ты работать будешь у нас? Тебе 18 есть? Нет. Ай, вышло, похуй. 17, ну и вот это куда, Лёх? Ну раз выкрути это дерьмо. Какой олух это сделал? Не попадай. Подожди, подожди. Не тому человеку. Давай. Блин, ну... Никуда не поплывем. Так ты на весу, ну хуя держишь, неудобно. Ну не ругайте с матом, тут школота. Бери бочку. Держи. О, вот такой работник вот каждому. Такого работника стоит, вообще нихуя, ничего не понимает, что происходит. Посмотри на себя, чучело. Ты жрешь все время 24 на 7. Посмотри на себя. И что? Посмотри на себя. Посмотрел. И? Что дальше? Просто. Ты красивый. Да. Улыбайся почаще, тебе идет улыбка. Какую песню заказ? Ну, что-то хайповое. Хайпово. Какая твоя любимая песня? Диалоги тет-а-тет? Моргенштерн? Нет. Кореш? Нет. The Best Last Notes. Что это такое? На, напиши. И будь больше, да? Димона угости. Да, забирай все. С другом поделись. Добери все. Спасибо. Куда? Это он включил, если что. Да, мужики, ваш плод все-таки понадежнее выглядит. Я обязательно на стрим зайду. Ну давай, Ярик, маленько осталось. Лех, вызывай скорую. Реанимацию вызывайте, не могу уже. Зубами попробуй. Ладно. Иголочка? Иголочка дома у меня лежит. Грязными руками вынимать за нозу, это, конечно, печально. Ладно, дома тогда. Спасибо, Ярик, за то, что поковырялся как следует. Не, я половину вытащил, не ври, посмотри, да. Ну ладно. Ну так-то не дурно уже. Тем временем. Смотри, аллергическая реакция. Блядь. В натуре. А чего у тебя? Не знаю. Можно, кстати, и по центру просто пустить. Не обязательно так, можно так же вот, как и вот так. Не, я сейчас... Не, зачем? Сделай так же, как они стоят. Почему ты так не хочешь поставить точно так же? Как будто сам меньше. Как будто вот сюда надо. По центру? А, вот сюда. Ага, давай сюда. На ананас у меня, походу. А, ананас аллерген? Хуй знает. Что, хочешь сказать так сразу? У меня не было аллергии на ананас. В смысле сразу? У меня не было аллергии на ананас. Бля, тебя вообще обсыпало. Бля, не подходи. Может, это от дерева? Берегись! Лёх, помоги. Приведи Лёхи. Нет. Саныча? Так он лицо всего мира, можно сказать. Дядь Саш, приведи вас. И Ярика там от одной таблеточки. Такая радость. Да, дядя Ярик? Прикинь головку. Мечта, да? Да, это Саныч. А вы что встали? За работу. Не надо, он пошутил. Я пошутил. Стойте, пошутил. Просто и наслаждайтесь картиной. Дядь Саша. Ну ладно, покажу вам. Блять, даже показывать не хочу. Леха на стримах преисполнился. Уже и закручивает, и крутит, и рубит вообще. Вообще парень красавчик стал. Да. А я уже привык к закручиванию. Это необычно. Я могу выпустить его сейчас. Хочешь? Лети. Речка воняет. Ты резьбу рвешь, бля. Нихуя не рву! Не нажимайте так сильно. Рвете. Ничего ты хотел сказать. Ой, я ничего не рву! Бля, телефон упал. Вывалилось. У меня яйца здоровые, кстати. В натуре? Угу. А он был разбитый? Нет.
А ты его разбил? Нет. А как тогда? Он там лежал, я его отряхивал. Фига, ты взял его и разбил? Нет. Фу. Дядь Лёш, не будешь злиться? Не-не. Я не разбивал его. Подумаешь, он мне разбил телефон. Я не разбивал. Я тебя прощаю, Дим. Я не разбивал. Да ладно, Димон. Ничего страшного. Мы тоже разбивали телефон. Мы тоже разбирали. Не дает, понял, шарповерт беру, забирает. Ну все, ваш путь пошел. Теперь он строитель. Слышишь, я сначала сомневался в твоем проекте, потом пупырку обернул, уже не сомневаюсь. Ладно, тоже не потруниваю уже надо мной. Голова болит. Фу. Конечно, драком стоять. Полетел. Мы сегодня будем ловить уток и жарить их. Да-да. Отдаешь ли поверх на свою тратишь, все равно ко дну пойдешь. Ну, Данилыч, ну ёпта. Челка пенопласт тут прыгает. Ты вообще, блядь, какому ты пенопласту? Это для чего тебе? Ты идиотка? Ну не пиздите, заебали уже. Хотя у него пупырка есть тоже. Ну ладно, тогда может не. Блядь, как это больно. Не трогай, не ломай конструкцию. Амбиции хорошие. В теории мы же этот плод можем потом даже не убирать, оставить его здесь, чтобы кто-то на нем плавал. Типа это не какая-то мусорная херня, это реально полезная тема. А этот? Для угара. Это раритет. Рарк. Вот этот придется выкинуть. Нет. Только не подписчики, нет. Мы не любим подписчиков. Шутка. Сейчас какие-то там девчонки какие-то идут, я не слушаю стрим, и я говорю, нет, только не подписчики. Да не, ты понимаешь, что тебе придется искупнуться. Сколько ты весишь? 30. У меня для тебя есть. Я постройку одну сделал, по твой вес, наверное, скорее всего. Скорее всего, у меня игрушка будет тут для тебя. Нет, мне придется выкинуть. Вот это для них останется. Ну что? Давно бы ему сказали, уже он бы на это делал. Ярослав делал. Да оно, мое дело. Молодец, Ярослав. Ну, Димон, ну чего? А че, куда он потом? Вот же выход на воду. Данилыч, ты куда? Вот выход. Вот. Данилыч, рановато плот спускаешь. А поставь его на палки вот эти. Это же просто информационный столб какой-то. Какой это плод? Не плавать на плотах. Я сомневаюсь, что плавать. Скажи, Диман, все, что думаешь по этому поводу, по этому плоту. Мне, конечно, не очень нравится то, что он скрипит. Какова конструкция? Не трогать! Ай, блядь, самокат! Суки, скейтеры! Мужики, помощь нужна всех. Руки. Девчонки, я тебя очень соблазняют. Я вот так показал. Да? Да. Ого, плюсовая. От народа ты. О, это ваши уже, да? Нет, мы... Стоять там! А разве такая у нас длина изначально должна была быть, ширина? Да. Вот так. Ты уверен? А. А, да, все, нет, по одну такую, да, и вот так вот, и туда, да? Но у нас плюс один, по идее. Гармонную палатку, да, поставить. Конечно! И в центре спать там. Мы будем на мангальчике шашлычки жарить на плоту. Смотрится вообще бомба. Блин, я с вами пропустил. Не. Эй, это пш, плевать. В Титанике такая же темка была. Ничего же не случилось. Да я его потоплю. Потому что я конструирую. На чем-то приподнимем ее? Она... Или перевернем? Она ниже, потому что она... Да, я про это и говорю, как мы ее будем прибивать. Как мы ее будем... Кто-то может вот на середине. Я на уголки ее могу посадить. Мы перевернем плотно на уголки. Диман, что ты сделал, Дим? Я ничего не делал. Ну, сломал же. Сначала айфон мне разбил, теперь вот это. Я ничего не разбивал. Да расскажешь, у нас все зафиксировано, как ты меня разбил. Мне это прикольно.
А? Не зашел. А, не зашел, ладно, сорян. Мне тоже не зашел, Диман. Все-таки телефон разбился. Подними. Слушай, так-то она реально как-то большой плод. Блять, это у нас рафт, слышите? Мы будем плыть в центре. Ну, возможно, мы тут потом никак не выплывем, я хуй знает. Но мы будем плыть, ловить. Я буду прыгать вниз, ловить уток. Вот так. Ладно, уток не будет. Рыбу я буду просто вот так вот ее. Раз, сразу же голову откусил. Пожарил на костре. И кайф. И всякая хуйня плавает, и берешь из нее, и плод делаешь дальше. Блять, выживание на плоту. Мамочка моя, просто уже прохладно у нас, и одежды нихуя нет. Ну и хуй с ним.